Я впервые на производстве, это было такое впечатление, вы знаете, мы только подъехали к заводу, и уже вот это вот волнительное чувство было, у меня сейчас даже слезы на глазах. Это чудо, просто чудо. Именно быть здесь, сделать промоушен, ну, я думаю, что команда моя тоже приедет на следующий год. Сегодня на завод компании был очень знаменательный день, очень большое количество посетителей, самое большое с истории завода. Всем очень интересно, очень много вопросов. Очень много пожеланий, все довольны, всех эмоций позитивные от того, что увидели нас. Чего жду? Жду чуда в предвкушении. То, как нас здесь встретили с хлебом, с солью, с молдавским вином, закусками, то ли еще будет. Я вообще в таком восторге, мне бы вообще даже такое не приснилось бы во сне. Мы когда подъехали к заводу, у меня аж мурашки по коже были, такие эмоции. Но когда я увидела президента Сергея Сергеевича Куликова, у меня подступили слезы на глазах. Это просто не описать. Я просто всех призываю приехать в Кишинев, приехать на завод и посмотреть, правда, сердце компании. Это надо, чтобы каждый это увидел, чтобы каждый это ощутил. У меня сейчас аж мурашки по коже, правда. Мне особенно понравилось, когда билось сердце завода. Вот знаете, вот как свое сердце, так оно есть. Компания PL – это наша семья. Я не знаю, какой еще уровень сделать. Теперь я не только кровно сделаю, теперь я всех кровно сделаю. Поэтому вообще просто супер. Увидеть все, что на заводе у нас происходит. Ну, огромное спасибо. Когда поднялся экран, это было настолько удивительно, настолько интересно. И вот за этим экраном, где мы смотрели о продукции, появилось тут же само производство, станки, люди. Наличие своего завода – это в MLM-индустрии, это одна из таких фишек, которая приведет нас всех к успеху. И мы можем гордиться то, что он у нас есть, то, что он такой огромный. И что мы на нем побывали. Да, я хочу всем нашим партнерам сказать, сегодняшнего дня, сегодняшнего производства берите, покупайте первые партии бьюти, потому что ту энергетику, которую мы сегодня все вместе вот этой вот компании вложили, это привезет точно вас к успеху. Нам раздали только что по плистеру, не по одному дрожже, бьюти, то, что мы ждем, то, что ждут миллионы людей во всех странах, по всему миру. Ребята, мы настолько счастливы, что это имеем в руках. У меня слезы полились. Я не могла удержать тот край эмоций, который меня одолел. Меня поразило тот фрагмент конвейерной работы, когда молодой специалист наш мял массу огромную, прикладывая физические силы. То есть ничем не заменишь рук наших, ничем не заменишь наших натуральных эмоций, ничем не заменишь наших первых впечатлений. Поэтому я настолько счастлива, что я однажды выбрала эту компанию и говорю, я вместе с жизнью, другая сторона меня не интересует. Это просто обалденные эмоции, честно сказать, у меня просто пылает. Я не знаю, я вдыхаю ароматы, потому что я влюблена в АПЛ и буду продвигать его сколько Бог нас сил и распространять, и дальше давать здоровье. Я очень-очень рада, что сегодня я попала на эту фирму, да, потому что через этот продукт я получила кусочек здоровья и раздала его уже много-много людям. Да, и поэтому я счастлива. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, um euch zu zeigen, zu erzählen, wie das Herz von EPL schlägt. Ich freue mich darauf, dass ich euch das erzählen kann, wie unsere Produkte produziert werden, wie das alles gemacht wird. Und ich freue mich unglaublich, euch das mitteilen zu dürfen. Ich bin hier und das ist Beweis, dass es uns gibt. Und ich freue mich, ich kann nur sagen, ich freue mich. Ich danke euch, dass ihr da seid. Я потрясена. Я благодарю Сергея Сергеевича Куликова. Сколько рабочих мест он дал, сколько людей мы исцеляем. Я не знаю, вот я благодарна безумно своему спонсору, который меня подписал. Я слышу постоянно со слезами на глазах, как люди говорят спасибо, потому что у нас на самом деле очень много результатов. И мы своими глазами все увидели сегодня производство.
Это вообще супер. Я знала, что если я выберу какую-то компанию где-то работать, я тоже выберу такую компанию, где есть истоки, где есть завод, где есть продукт, где не перепродается что-то, а есть люди-создатели, люди, которые что-то создали, люди, которые что-то сделали, люди, у которых есть это масштабное видение и которые думают не только о себе, не только о своем жизненном пути, но думают более глобально и о других людях. Всем не надеялась и не думала, что я увижу президента сегодня. Это было что-то невероятное. Я чувствовала дрожь от того, что просто его вижу. Это был первый раз. Завод. Завод – это сказка. Это как все это идет. И вот они, то, что мы видим упакованное, они вот идут только что были горячие. Настолько меня все это впечатлило. И то, что Сергей Сергеевич рядом с нами был, и то, что как нас встретили с самого начала, и как нас угостили уникальным дрожже получить именно из рук самого президента наши первые вот эти вот дрожже бьюти, которые многие еще только в ноябре получат. Я надеюсь, что я тоже их куплю. И я получила, это вообще просто супер. Было очень много вопросов, а существует ли реально наш завод? Не фотошоп ли это? И несмотря на то, что огромное количество роликов в интернете, все равно в это мало верили. И мы вам скажем, что это точно не фотошоп. Мы сейчас находимся на территории нашего производства компании EPL. И это настоящее, самое натуральное производство. Собственное производство международной компании. Не каждый партнер может похвастаться тем, что был на собственном производстве.